Масштабная уборка города в этом году началась раньше обычного. С каждым днем на уборку с остатками снега и мусором выходит все больше инициативных и ответственных самарцев. По поручению главы администрации работы ведутся ежедневно. В Кировском районе Самары активисты к задаче подошли с задором. Во всем районе объявлена молодежно-волонтерская акция «Сделаем Кировский район чище вместе». Студенты вузов, СУЗов и школ за грабли берутся с энтузиазмом. На помощь приходят и учащиеся из других районов города. Общими усилиями и работа идет быстрее. У нас молодое поколение, оно очень хорошее, очень отзывчивое. И вот все, что происходит, в принципе, и в Кировском районе, это благодаря молодежным инициативам наших ребят. Они предлагают всевозможные различные идеи, и мы, как администрация, мы не можем не взять как бы вот такое организаторство. Среди активистов Андрей Сидоничев. Грабли в его руках редкость, чаще футбольный мяч. В молодежном парламенте курирует спортивное направление. Но к делу уборки города подходит не менее серьезно. Молодой человек уверен, чистота и порядок на улицах – залог порядка в делах. Я живу не в Кировском районе, но я считаю, что чужих районов не бывает, потому что в любом случае мы бываем во всем городе, в любом районе живут наши друзья, может быть, те, с кем мы еще не знакомы, но потом еще познакомимся, поэтому мы должны содержать чистоте и порядке весь город. С 28 марта в Самаре стартовали еженедельные субботники и средники. 11 апреля состоится Гагаринский субботник, а 18 апреля – общегородской, к участию в котором приглашаются все желающие. Алина Чемерис, Анастасия Зубарева, Максим Гусев. События.